мои дорогие подписчики! Мы с вами на канале Супер Развлекательный и ваша любимая игра. Какая, спросите вы? Мечи и души! Разве она не клевая? В прошлый раз она мне ужасно понравилась, и я думаю, что вы согласны со мной в нее поиграть. Погнали! Итак, и у нас нет, у нас не новая игра, у нас продолжение. Продолжение игры. Где же оно? Вот он, мой любимый герой. Я хочу побывать везде. Ой, что это такое произошло? Я что, денежки все потратила? Что-то я не пойму. Грибочек, расскажи, ты кто такой? И что мне такого интересного приносишь? Ладно, я думаю, что если я наконец-то потрачу... Ой. Что я такое сделала, друзья? Объясните мне, пожалуйста, в комментариях. Я что-то потратила, а что, не знаю. Так, давайте потратим на что-нибудь более толковое. Например, на тренировку. Смотрите, я могу создать новую тренировку. Я потрачу на мишень, а также на сапоги-скороходы. Супер! Мне нравится. А еще что-нибудь улучшим в тренировочном зале. Класс! Я, правда, потратила все свои монетки, но работа прежде всего. Поэтому предлагаю отправиться на арену или сразу на тренировку. В общем, я, честно говоря, не знаю, куда мне лучше отправиться. Пойду, значит, на арену. Посмотрю, как там все сложно. Ну-ка, поглядим. Так, у меня, между прочим, кое-какие умения есть. Вот эти, например. И вот эти вот. Ладно, ну с первым я и так справлюсь. А вот со вторым придется второе свое умение. Вот так, двойной удар. Клево, клево, клево. Я и второго победила. А с этим, конечно, не справлюсь. Надо тренироваться. Иду на карту за тренировочкой. Тем более я накупила все подряд. Но начнем мы, конечно, с яблок. Итак, ой, я забыла, как это делается, ребята. Я забыла, как это... А, вот, вспомнила. Вот так, а это вот так, и вот так, и сразу. И вот так, и вот так, и вот так. Ой, ребята, классно получается. Вы знаете, я не забыла умение. Я даже звезды успеваю брать. Раз, два, три, звездочка, гори. Ой, о, супер. Вот так, вот так. И еще. Слушайте, он быстрее начинает выплевывать. И, ой, 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 нет, 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 только не это. Стоит один раз ошибку допустить, и все. И все, все, все пропало. Вот так мы ему. Во, набираем все заново. Надеюсь, что у меня все будет замечательно. И вот так, и вот так, и вот так. Слушайте, друзья, мне нравится. Мне такие тренировки очень нравятся. Я сейчас натренируюсь, и мои показатели повысятся. Я очень хочу натренироваться много-много, чтобы больше 30, явно больше 30. Вот, и это заберем. Ай, ай, чуть не пропустила. О, смотрите, 39, друзья, у меня получается. У меня опять снова все получается. Ого, 47. О, я начала бабах делать. Ну что ж, неплохой результат. Посмотрим. Ничего себе, 7-й уровень. И у меня открылось какое-то комбо. Что оно означает? Ладно, это мы посмотрим потом. Если я натренировала атаку, мне еще нужно натренировать защиту. Только я опять не помню, как это делается. А, вот, вспомнила. Нужно яблочки отталкивать. Только яблочки. А когда мне попадаются звездочки, я не должна их отталкивать. Так, пожалуйста, не надо сильно на меня нападать. Ой, я звезду оттолкнула. Слушайте, защита у меня, конечно, похуже, чем с атаками. Вот так, вот так. Звездочка, иди ко мне. А яблочко, уйди от меня. Ай, ай-яй-яй-яй-яй. Да что же не так быстро-то? Раз, два, оттолкнула. Звездочку поймала. Яблочки оттолкнула. Кстати, у меня уже больше 30. Ребята, у меня прямо сегодня сила силющая. Но тоже неплохо. Смотрите, моя защита почти на 8 уровне. Мне бы еще немножечко. Давайте попробуем, чтобы добиться полностью 8 уровня. Я уверена, у меня получится.
Ой, опять ничего не получилось. Ну ладно, второй раз уже не так везет. Только новичкам везет. А мне не очень везет, честно говоря. Но ничего, я буду отталкиваться и стараться изо всех сил. Я уже вон 7 набрала, это неплохой результат. А теперь 9. А теперь толкаем яблоки и принимаем звездочки. Побыстрее реагируй, человечек. А то мне что-то совсем не нравится, как ты работаешь. Вот так, яблоков нам не надо. Яблоки у нас толкаются. Ой, звезда, ой, яблоко. Слушайте, если я яблоки отталкиваю, я и звездочки отталкиваю, честное слово. Меня опять попало яблочко. Ну ничего, 8-й заработала. Да, у меня 8-й уровень защиты. Это супер. Ну что, друзья, я хочу попробовать или нет? Давайте пойдем обратно в сражение. И уж если мне там не повезет, я тогда обязательно попробую 2 другие тренировки. А сейчас я готова что-то открыть. Правда, что-то откроется? Нет, только на 12 уровне. Ладненько, а как же мне улучшать? Мы сделаем вот так и вот так. Можно? Нет, нельзя. А вот так было можно. А что-нибудь еще нажимается? Давайте защиту. И еще атаку, и еще стрельбу, а еще нужно улучшить меткость. Друзья, у меня совсем мало осталось. Вот, все, что я смогла себе прокачать. Ну, теперь попробую посражаться. Если не получится, пойду тренироваться с другими силами. Ну-ка, 3-й уровень. Вот, я противник твой. За 1, 2, 3. Смотрите, я яблоком кидаюсь. Это что, такое комбо, что ли? Так, друзья, нам нужно оставить силы на главного моего противника. Так, это мы тоже забрали. И большая сила. Вот так, комбо. Супер. А сколько у меня противников, друзья? Да, я прошла. Нет, я не прошла. Это был босс. И босс меня сейчас добьет. Хуже некуда. Ладно, иду на карту. Кое-что я все-таки заработала. И что же это будет? Банк? Банк мне дает деньги? Слушайте, кажется, я понимаю. Я делаю вклады и получаю за это денежки. Вот это круто! Друзья, мне такой расклад очень даже нравится. Так, а что же я могу купить? Я могу что-нибудь дома построить. Правда, я много потрачу. Но ничего, для дома ничего не жалко. Вот, например, тут. Окошко появилось! Супер! Ладненько, кроме окошка, по-моему, ничего больше не появилось. А мы идем на тренировку. Посмотрим, что это такое. Работать надо мышкой, да? А как работать мышкой? Я ничего не понимаю. Опс, раз. Смотрите, у меня, кажется, получается. Только это плохо получается. Моя мышка меня почти не слушается. 2 и 3. Ой, мимо. Смотрите, друзья, мимо. Слушайте, а как же это делать, чтобы быстро получалось? Вообще не знаю. Ладно, стреляем сразу. Хоп, ой, а что это я отвела-то все на свете? 1, 2. Прямое попадание. 3, 4. Ну хоть 20 заработать-то дайте. Так, уже 10-ка, это уже хорошо. Развиваем свою меткость. Но, кажется, начинаю не попадать. Ладно, тут попадем и тут попадем. Ой-ой, они двигаются, вы это видели? Они двигаются, пока я попаду, они уже уйдут от меня. Слушайте, мне нравится в мишени попадать, только я не попадаю. Я вообще не попадаю, ай-яй-яй. О, что-то куда-то попало, не пойми куда. Так, еще одна мишень. Еще одна мишень. А обязательно в кружочек попадать? Напишите мне, ребята, в комментариях, потому что я не понимаю, кружочек нужно или можно, в принципе, не в кружочек. Вот 13 баллов я заработала. Это такая дальняя мишень. Отлично, плюс 4. У меня 16, 17, 18, 19, 20. Есть, я сделала 20 баллов. Слушайте, я действительно попадаю. Пускай даже не в сам кружочек, но попадаю. 25, 26. До первого промаха. Давайте, друзья, давайте. Есть. Слушайте, вот как надо играть. Та-дам, 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 та-дам. Оп, промах. 41 балл, друзья. Это круто. Меткость.
Повышаем себя до 9 уровня! Супер, супер, супер! И открываем новое комбо. Интересно посмотреть, чем я сейчас буду кидаться. Так, а у меня еще сапоги есть. И я должна работать тремя? Чем тремя? Ой, а что я должна делать-то? Ой, мамочки, он же на меня нападает! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой! Мама, слушайте, смотрите. А сейчас, ой, а сейчас вниз, а сейчас, по-моему, вверх. А сейчас еще раз вверх. Смотрите, классно, мне нравится. Ой, скорость у меня, конечно, не очень. Так, подожди, я наловчусь. Отлично. Еще раз. Опа-па-па-па. Еще раз. Замечательно. И вниз. Ай, вниз. Он ударил меня, что ли? Слушайте, друзья, это вообще нереально. Ого. Ай, мне еще нужно сообразить, когда мне это делать. Вот сейчас я вижу, что мне надо вверх, а сейчас в сторону. И еще раз вниз. О, отлично! Слушайте, надо за звезду. А, 13 баллов. Ну что это такое? Ладно, еще раз попробуем. Да, со скоростью у меня, конечно, слабоватенько. Отлично. И опля, еще звезду хочу. Ай, звезда не получится. Не получилось. Опа. И раз. О, ударил. Опять 13. Ну что же это такое? Ладно, еще одна попытка, последняя. Раз, и два, и три. Отлично, и четыре. Ударил. Так, ну, друзья, мне казалось, это очень сложно. Это правда. Я даже не добрала до 10 уровня. Нет, я доберу. И именно на этом. Давай еще раз, приятель. Ой, не туда. А, сразу, по-моему, я не то сделала. Ну, ничего. Вниз. И назад. И назад. Отлично. И еще раз назад. Отлично. И опа. И вниз. Ой, ударил. Да что ж такое-то? Не получается ничегошеньки. Ну давай. Ай, это было вниз. Это было назад. Это было вверх. Это было вниз. Это было вверх. Это было назад. Ай-яй-яй-яй. Это вверх. Ой, это опять вверх, друзья, это вниз. О-о-о. Но вы знаете, это уже 21 балл, и я точно доберусь до 10 уровня. Да, 10 уровень, супер. Ну что ж, я очень надеюсь, что смогу сразиться, но для начала мне нужно поставить защиту, а еще поставить, не знаю, сбор золота, а зря, наверное, его поставила. Ладно, это не важно. Сейчас мы увеличим нашу атаку, нашу меткость, нашу защиту поставим на максимум. Конечно же, скорость. О, больше ничего прокачать не могу. Ну ладно, пойдемте на арену. Думаю, что сегодня мне удастся одержать победу. Пожалуйста, 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 я сразу ставлю защиту. Но почему защита сразу не сыграла? Ого, это неплохо. Так, собираем, собираем, собираем. Еще раз, еще два. Ого, да. Мне, конечно, нужно еще и еще тренироваться. Так, а вот на этого сейчас атака. Давай, давай. Слушайте, смотрите, атака прямо хорошо пошла. Так, ну у меня очень большой дядька. Большой, так сказать, баба-як. Он меня сейчас прибьет. 6, 5, 4, пожалуйста, 3, 2, 1. Ну. Мне совсем чуть-чуть не хватило. Кажется, я проиграла. Зато собираю еще золото и могу зайти в магазин. Я могу здесь что-нибудь себе купить? Эх, не могу. А вот это что такое? Я в прошлый раз покупала себе. Точно помню. Вот огонь, например. И вот эту штуку. Уже не могу ее купить, да? Ну ладно, у меня все закончилось. Ну что, а с огнем у меня получится победить, а? Ну скажите, что получится, ну пожалуйста. Ну скажите, что у меня огонь мой сделает все возможное, чтобы победить. Смотрите, я стала сильнее. Он меня даже ни разу не ударил. Вот так, делаем защиту. И огонь. Бух, супер. Друзья, я, наверное, зря огонь прямо сейчас сделала. Так, собираем. Удар, еще удар. Отлично! Круто! Ну теперь суператака. Раз, два, три. Ну а теперь он меня добивает, конечно. Давай, обычная атака. Ну давай! Давай, давай, давай! У тебя получится. Я прямо в тебя верю. У тебя получится победить. Он не сможет. Он сможет. Он сможет. Давай! Пам! И па-бам! Да! Супер, друзья!
получаю классную награду. Отлично! Как же мне это понравилось! Сражение просто великолепное! А если и вам понравилось, не забывайте подписываться на канал Супер Развлекательный и жать колокольчик. Я жду всех вас в гости!